Аврентьева, подскажите, сколько по времени нужно строить котел со второй ступени? 10-15 дней достаточно. Галина Иващенко, в Ютубе нашла инфу о том, что есть случаи, когда на месте потерянных органов, нога и зубы, некоторые отрастили новые органы. Вопрос, это очередной фейк и это все же в силах человеку. Если у вас когда-нибудь, где-нибудь начнет что-то отрастать, то знайте, любое деление клеток, даже если это по форме будет напоминать, допустим, из десны будет напоминать форму растущего зуба, идите сразу же в онкологию. Потому что любое деление клеток нетипичное, а это нетипичное деление клеток. Потому что если нога отрезана, то любое деление является нетипичным для человеческого тела. Любое деление нетипичных клеток приводит к тому, что человек болеет онкологическим заболеванием. Поэтому если где-либо у вас появляется новообразование, вместо десны там зуб начинает расти, вы его чувствуете, бегом к онкологу и вырезайте. Других вариантов не бывает. На самом деле вся эта информация это абсолютный обман. И этим обманом широко пользуются люди, которые хотят привлечь к себе последователей или которые хотят привлечь еще кого-либо. Это нормальный процесс. Я очень часто вижу в интернете, кто-то из детей брал мой телефон и подписался в ТикТоке, и там ребята, они заставляют вещи летать, там, левитируют сами и так далее. Могу сказать, что это обман. Этого они не делают. И это, конечно же, очень неприятно. Потому что обманывать в большом количестве людей нехорошо. И тут сразу же вопрос, зачем они обманывают или для чего это делают? Тоже это понятно. Взять тех людей, которые захотят у них обучаться, они будут этому обучать, а потом у кого не будет получаться, будут говорить, а вы старайтесь, и у вас впереди еще целая жизнь, значит, вам нужно и дальше там что-то нужно.